Ничего, очень прошу, поехали домой. Ну, плюнь ты на этого немца. Неудобно. Ладно, тогда я домой в Озерке. Один телефонный звонок и счастливая размеренная жизнь успешной бизнес-леди Доминики Никитиной начала рушиться, как карточный домик. Со слов анонима она узнает об измене любимого мужа. Все знают, где ваш муж, поезжайте на свою городскую квартиру. Он там не один. Три незнакомых и совершенно не похожих друг на друга женщины неожиданно для себя становятся кровными сестрами. Смотрите на национальном телевидении Чувашии сериал «Сестры по крови» 17 июня по будням в 17:30.